Я и Молот жили в гармонии, пока не пришли они. Терминаторы. Мы построим дом-убийцу на колесах и избавимся от них раз и навсегда. У меня есть жена Молот, тройка по геометрии и... подъемник. Раньше было еще это, но нужно жить настоящим и разбирать. Да, Люси? Особо много отсюда не заберешь. Целый след из коробок. Пахнет ловушкой. Или огромными развалинами. Надеюсь, здесь что-то найдется для моей смертоносной машины. Терминатор. Люси, ну-ка давай посильней. Что ж, из твоего трупа я сделаю руль. Какой вкусный металл, из него хороший двигатель. Да что ж такое-то, а? Еще одна запчасть, только уже для двигателя. Развалины развалинами, но пора двигаться дальше. Прямиком в лес. Ауч. Целый плакат. С гайдом по фермерству. Но я же механик. Земелька и ведро, теперь вы мои. За нами следят. Ага! А, стоп, это всего лишь чернобыльская корова. Чую, мы с тобой еще подружимся. Склад с ресурсами. Охраняемый ими. Лучшее время для отступления. Пока. А, вы настойчивы. Очень настойчивы. Вон, возьмите кукурузки. Угощайтесь. Не хотите, так я сам возьму. Серьезно, это что, вечная погоня? Хорошо, а что вы скажете на это? Почему вы такие умные? Но не настолько, чтобы пролезть в эту узкую щель между камней. Кажется, уходят. Коровка. По-моему, вы только что отрыли себе могилу. Нужно поскорее найти станок, чтобы начать работу. Это уже похоже на мастерскую. Мы сделаем всю работу, пока ты собираешь профит. Ага, ага, хорошая работа, Олег. В результате экспериментов выяснилось, что кукуруза мне не по душе. Может, коровке понравится? Ммм, вкусное молочко. Думаю, мы станем деловыми партнерами. Мастерская. Немного грязно, но работать можно. Теперь солидность на максимуме. Соединитель. Звучит интересно. А тут... техническая станция, ботмастер. Позволит сделать машину-убийцу. Кажется, я знаю, куда потрачу все накопленные ресурсы. О, связыватель приготовился. Хм. По-моему, меня обманули. Итак, по поводу утраты моих ресурсов. Благодарю. Пойдем со мной. Вот это мужчина. А какой у него ассортимент услуг? Ой. Начнем с обработки дерева и металла. Теперь можно и забубенить какой-то механизм. Унитаз. Надеюсь, я его правильно использую. Кажется, я познал унитазный дзен. Нужно всего лишь две штуки, и ты заберешься на любую вершину. Мастерская покорена. Пошли, мы переезжаем. Прямо к маленькому озеру неподалеку. Дикая природа и дикие роботы. А в озере-то диво дивно, и моллюски.
и какие-то непонятные растения. Рядом же какой-то сгоревший лес. Янтарь. Полезай-ка в кармашек. Из моллюсков получается клей. Из железа металл. Соединяем. И получается сундук. Начало положено. Еще бы позаботиться о продовольствии. И можно идти искупаться. Космические виды и нефть. Много нефти. Думаю, я знаю, на чем будет ездить моя машина. Иди сюда. Морские глубины зазывают меня обратно. Или это был ты? Впрочем, неважно, теперь ты мой питомец. Серьезно, ты решила упасть прямо в кукурузном поле? Плохой из меня хозяин. Благо, на дне есть еще. Присаживайся, надеюсь, ты не умрешь. И поешь картона. Ну как? Понравилось, значит? На, возьми немного декора и давай начнем уже строить машину. Ты че мою рыбу гасишь? Ты че мою рыбу гасишь? Ты че? Это что, башка? Робота? Неплохо. Двигатель, в принципе, несложно, а вот руль. Хлопок, хлопок, воск. Не, пчел это там за углом на камушках. Надеюсь, я вас не побеспокоил. А вот хлопок нужно поискать. Может тут? Или тут? Или там? Надеюсь, это плавание до этой крепости стоило моих 15 минут. Добрый вечер, господа. Смотрю, у вас тут целая фабрика. Да... Ты охренел? Нет, обратно я туда полчаса бежать не буду. А вот и замена, мусорное сиденье, самое то. Все от колес до подшипника готово. Ага. Платформа, кресло. Неплохо. Затем подшипники, чтобы все крутилось. Спортивная подвеска. Чтобы быть спортивным. Еще чуток подшипников и мега колеса. Главный гость программы. Пилы. Теперь это все чудо нужно соединить между собой. Так вот зачем нужен был связыватель. А начиналось красиво. Попытка номер 2. Номер 5. Номер 7. 10-я попытка. Сойдет. Немного тюнинга. И нажимая на кнопочку, происходит это. Машина для убийств готова. Вдалеке виднеется первая жертва. Включаем пилы, погнали! По-моему, моя система немного недоработана. Хватит убегать от неизбежного. Идите сюда, почему вас четверо? Да не пили ты это дерево. Отступление, отступление. Черт.